Вот такие часики из Китая я получил. В комплекте шнур питания от USB, сами часы, инструкция и все. Часы были в пупырке. Ну вот видно, что пакетик был помят. Так нас доставляют. Кстати, вот разный выбор цветов. Красный, синий, зеленый. Я выбрал зеленый. Вот тут еще белый какой-то есть. Ну, не знаю, наверное, есть. Так, ну вот, в общем, тут и краткие характеристики, возможности. Рассказываю то, что я увидел. Вот такие часики. Размер хороший такой, мне нравится такой размер. Видно издалека. Вот, 21,5 по длине. И высота цифр 7,3, 73 миллиметра. Так, и ширина 4, 40 миллиметров цифр сама. 73 на 40. Так, вот шнур питания к ним идет. Ну, USB можно зарядку любую от самого дешевого телефона. Ток потребляет небольшой, хоть там и написано чуть ли не до ампера. Я вот взял свой USB доктор и посмотрел, сколько они потребляют в реальности. Но время я еще не настраивал. Так, вот здесь вот, если поглядеть, тут такой вот разъемчик. И вот здесь вот паз специально для него, чтобы если вешать на стенку, то есть у них вот и на стенку можно подвесить, подвес есть, то чтобы он не выступал. Кстати, вот эта вот ножка, она вынимается, в принципе, несложно. Вот. И можно подвешивать на стенку. Так. Что эти часы умеют? В них есть будильник. Вот. В них есть будильник. Это вот сейчас показывает время. Точки не мигают. Вот как есть, так и есть. И три степени яркости. Вот на самом ярком режиме потребление 130-140 миллиампер. Вот доктор показал. На среднем 100 миллиампер. Ну и на самом минимальном, ну, доктор от 50 начинает считать. Ну, я его так назвал, доктор. Тестер, USB-тестер. Меньше 50 он не считает. То есть тут вывод, что меньше 50 миллиампер. Поэтому любая самая простенькая зарядка от любого телефона потянет эти часы. Так, яркость. Три режима я показал, но хотел бы сказать, что даже при самом минимально ярком режиме ночью светит хорошо. Поэтому, не знаю, я бы немножко сместил эту яркость в сторону уменьшения. Вот, на самом ярком режиме я их так и никогда и не включал. Даже самый яркий день их и так хорошо видно на самом мелком режиме. Так, яркость можно программировать у них. Ну, будильник тоже можно программировать. Да, вот эти вот все подробности я описал, вот эти все нюансы я подробно описал в своем обзоре. Ссылка под видео. Видео это всего лишь дополнение, демонстрация и все тому подобное. Самих часов, возможностей. Поэтому читаем обзор, там все подробно. И внутренности я сфотографировал, что из чего состоит. Так, теперь перехожу. Ну, будильник настраивается, все это тоже описано. Про будильник рассказывать нет смысла. Есть единственный нюанс, то, что можно настроить яркость свечения в зависимости от времени суток. Она программируется. Но опять есть но, нюанс небольшой. Яркость будет регулироваться только в тех пределах, которые заданы самим, скажем так, производителем. Их всего три режима, я их показал. Яркость программируется только в том случае, если вы используете часы на самом ярком режиме. То есть они переключаются на самый нижний. Но так как я сказал, что этого и так даже много того ночного режима, то, ну не знаю, наверное, какую-то пленочку кому-то придется ставить. Часы действительно очень яркие.
Так, про разъемы сказал. Еще что? Здесь есть резервное питание, батареечка стандартная CR2032. То есть в случае пропадания электричества в розетке, в сети, такой тоже иногда бывает у нас, они не сбиваются и продолжают ходить правильно. Единственный нюанс, при этом они включаются в средний режим яркости после подачи энергии по новой. Приходится переключать на низкий режим вручную. Так, теперь по поводу точности. Да, кстати, инструкция у них имеется. Вот на листе формата А4, с одной стороны на английском, с другой стороны на китайском. Кому как удобнее, тот так и читает. Ну, тут все ясно и понятно. Разобраться в течение полчаса можно. Насчет резервного питания, вот батарейки буквально в фикс-прайсе купил. Так что можно любые ставить. Недорого и подходит. Насчет точности хода. В общем, как у меня получилось? За 10 суток я время по интернету, там есть такое время по интернету, сайт, можно узнать. И я вот по нему сравнивал. За 10 суток они отстали на 3 секунды. То есть ходят, ну, очень точно. Хотя внутри нет чипа точного времени, стоит обычный кварц и контроллер. Вот. Но разбирать я не буду, я разобрал это все в своем обзоре. В принципе, ничего сложного нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть саморезов. Остальное выщелкиваем на защелках сначала вот эти вот циферки. Вот такие вот часы. Еще раз повторяю, подробности все в обзоре. Все, что мог, показал.